Леха Ястребов. Передача в центр и 1-1. Арсений Грицук замыкает передачу Егора Ченахова. Совсем молодые ребята, 2001 года рождения, Арсений Грицук и Егор Ченахов. И вот контратака может получиться. 2-1. Грицук, шайба и бросок. И 2-2. Арсений Грицук оформляет дубль в этой встрече. Сам все для себя сделал. 81 номер. Этот гол будет без ассистентов. И менее 6 минут на спасение в этом матче. 5-3. Стальные лисы выигрывают омских ястребов во втором матче четвертьфинальной серии. 5-4. Счет становится. И у нас хет-трик. У нас хет-трик. Арсений Грицук забрасывает свою третью шайбу в этом матче. Это первый хет-трик не только в плей-офф, но и вообще в его карьере в молодежной хоккейной лиге. Гольников зато прекрасно знает как раз систему омских ястребов, которые атакуют и которые сразу же забивают. 1-0 впереди гости. Арсений Грицук. Гол, пожалуйста, вот так дайте ему шайбу, он забьет. Один из лучших бомбардиров своей команды. 10-я шайба у Грицука. Вот так резво у нас начинается встреча. В другой ситуации уже какая-то крайне опасная ситуация могла бы возникнуть. А вот теперь нет. А вот теперь не крайне. Ворот автомобилиста. Арсений Грицук пополняет свой бомбардирский счет еще одной заброшенной шайбой. Ну, еще есть время. Береглазов низом добивание. И все-таки гол! Все начинается с броска Береглазова. Перед собой шайбу отбивает вратарь. И тут же добивание. Кто там, не Грицук? По-моему, Грицук.